Почему доллар резко пошел в рост? Этим вопросом задаются многие. По мнению экономиста, на рост доллара влияют два фактора. Первый – это геополитическая обстановка, которая содержит риски и неустойчивость. Доллар у нас всегда играет роль защитного актива, куда часть населения, бизнесменов, перемещают свои рублевые средства. Рубль возобновил резкое падение к доллару и евро в ожидании объявления новых антироссийских санкций. Также сегодня в 10 часов 24 февраля 2022 года рубль продавался по 106, а евро по 118 рублей. И это на сегодняшний день самый пик роста данных валют.